Всем привет, друзья! Сегодня будет динамичная жиросжигающая тренировка на пресс. Ее можно делать несколько кругов, пока не устанете, пока не умрете. Ну что, начинаем, погнали! Давайте. А Женек сегодня оператор! Погнали! Давай, погнали! Все, включил, вот уже 28 секунд уже он херачит. Он гонит. Давай, вот так вот. Он тоже теперь красный цвет любит одевать. И шортики, у меня педали и кепка под цвет красный. Красный цвет. Что ты делаешь, бля? Я тебе не разрешал себя снимать, что ты, я не знаю, у тебя телефон, что ли, лишний есть один? Ибо этот сейчас... Три, раз... два, один. Ничего не отключай. Теперь перерыв 10 секунд. Сейчас он сам будет. Ребят, телефон сам разговаривает. Я ни разу три, такого не... два, один. Это из тонка, что ли? Ты меня снимай, блин. Я тебя снимаю, вот. 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 Если в интернете где-нибудь увижу, я тебя по судам затаскаю, понял, негодяй? Мне кажется, через 7 секунд эта тетка опять начнет что-то считать. Два. Один. А теперь быстренько набрось и бежим. Быстренько бежим, набрось, мы бежим. У нас лайф режим, черт возьми. Блять, никогда с камерой не бегал. Один. Парк. Так это же ты можно сказать, что не отдыхал, ты бегал, тут кардио делал какое-то. Аэробный. О, нифига у него футболка, смотрите какая. Воркаут, мадафака! Давай. Что-то я не знаю. Что ты отдыхаешь? Делай давай, я еще не устал. Три, два, один, брик. Сейчас. Брик? Почему брик? Брейк, типа. А почему она говорит? А, это она из какого-то раплома, по-моему. Два, один, парк. Что ты? Ты пытаешься бежать? Это бегу. Ты встань на землю, чтобы бежать. Что ты на руках-то пытаешься бежать? Тут просто слева такая жесткая хардкорная тренировка бицух. Просто когда качают неинтересно, интересно, когда банки качают, базуки просто взрывают. Теперь скручивание. Скручивание теперь. Сейчас он будет скручивать свой позвоночник, а я буду угорать над ним. Поугораю и поеду тоже базуки бомбить. Это сторонние наблюдатели, независимые эксперты, так сказать. Ваша оценка техники выполнения упражнения, господа? Бомбит жестко. Вот это самая лучшая оценка, которая только может быть. Так, все, отдохни. Не умирай, ты нам еще нужен. Сейчас альпинист будет. Три. Кто? Два. Один. Парк. Тут дети занимаются, ты пытаешься испортить все покрытие опилковое. Что это такое? Я не знаю, собака какая-то сутулая, а не альпинист. Ты вообще просто жесткий трешак, да? Это жесткая дичь. Вот так вот. Что ты выкопать что-то пытаешься, что ли? Ты возьми лопату, если тебе неудобно так копать. Я уж ходить не могу. Странно, что ты не можешь, ты же пресс качаешь. Ты не можешь... Фак, мне ноги уже не поднять. Потом закопаешь? У меня ноги не поднимаются уже из-за пресса. О, это такой бред. Давай. Сейчас ребята там будут тебе лайки ставить и писать комментарии. Всякие брек. Закопай ямку свою, ты же это самое. Нифига там так. Ты нагадил там, давай убирать. Два, один, парк. А ты прикинь, ты даже еще половину не сделал. Я уже все сделал. Это седьмой круг только.
Слушай, тетка лучше тебя знает в телефоне, что ты сделал, а что ты нет. Давайте придадим мне... этому видео немного динамики. У меня, короче, опилка воткнулась. Ты вообще молчи, сейчас дыхание свое не сбивай, вот так вот. А у тебя девок много на канале? У меня? Да. На 6%. Девчонки, специально для вас. Задница в красных панталонах. А, все. Короче, таких кругов... А почему ни одна девчонка ни разу комментарий не написала? Они писали. Школьницы какие-то. Школьницы. С какого класса? Короче, таких кругов можно сделать 2-3. Но прессак уже умер просто. И вот эти подъемы, касания, это вообще просто нереально. Так что пробуйте. Пока.